Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я познакомилась с парнем. Мы познакомились случайно через общего знакомого. Стали общаться. Была у него дома на тусовке. Мы много обсуждали. Он меня поддержал. На тусовке был постоянно со мной. Был очень мил, внимательный. Делал комплименты. Проявлял себя мужественно. Пару дней я ему пишу. Он долго отвечает. Иногда игнорирует. Не знаю, как понять, нравлюсь ли ему и как вести себя с ним, чтобы понравиться ему и довести знакомство до отношений. Значит, на что хочется обратить внимание? Во-первых, на то, что вас ну, поддержали, да? То есть вот вы пишете, что, что он вас поддержал. В чем поддержал-то вас он? Вот. Это, ну, такой первый момент. В чем он вас поддержал? Конкретно. Это первое, на что хочется обратить внимание. Да, то есть вам вот как-то так вышло, что нужна поддержка была. Все, да? Дальше. Дальше. Следующий аспект, на который хочется обратить внимание, это то, что вот тусовка, о которой вы говорите, да, это же, в принципе, означает ну, определенную такую несерьезность, да, как бы. И, значит, мужчина мог вполне подумать мог, что, ну, к вам вот не нужно просто, так скажем, серьезно относиться. Вот. То есть мужчина мог подумать, что нет, ничего, скажем так, серьезного вот, в том, что вы, ну, встретили с человеком. Вот, и, соответственно, вот, потом, после того, как вы провели время, да, он просто вот решил, что, ну, вы для него вот, как бы, особенно примерно ничего не значит, потому что это была тусовка. Вот, и, соответственно, раз это тусовка, то логично предположить, что вот, как бы, встретились и забыли друг друга. Большому счету. Вот. Поэтому я думаю, что вам здесь, во-первых, ну, не нужно как-то спешить. Вот. То есть не надо спешить. Не нужно торопиться. Вот. Не нужно вам ну, особо вот, значит, напрягаться, да, не нужно особо мужчине, вот. Напишите и попробуйте смотреть, что мне, ну, как бы, значит, что между вами может быть общего. Вот, между вами и, ну, между вами и мужчин. Вот. Посмотрите на это. А, вот. И, соответственно, попробуйте как-то вот раскрыть моменты, связанные, значит, с тем, что вот между вами и человеком может быть, общего. То есть попробуйте вот как-то, значит, ну,
соприкоснуться с теми общими моментами, да, которые у вас есть, которые, ну, которые между вами есть. Вот, понимаете, да? Соответственно, если вдруг вот как-то вот, ну, если вдруг как-то выяснится, что общего между вами нет, да, например, то вам и нет никакого смысла, ну, как-то сближаться. Вот, а с другой стороны, вы хотите, вот, как вы говорите, довести, значит, отношения, довести знакомство до отношений, вот. Это вот тоже, ну, такой момент достаточно серьезный, вот. Понимаете, да, какая штука? То есть вы озабочены это, ну, вот не столько человеком, да, то есть не столько вы хотите, ну, для человека вот, что-то, ну, что-то делать, да, что-то делать, сколько вы хотите вот именно, ну, именно отношений. Вот. И, на мой взгляд, это вот тоже не очень хорошо, потому, ну, потому что вы здесь как бы получается то, что зависимы, да, уже становитесь зависимы как бы от того, например, ну, получится ли у вас отношения или нет. Вот. И, на мой взгляд, это вот как раз такая вот не очень хорошая история, потому что вы ну, будете вот как бы, ну, на мой взгляд, вы будете вот чересчур, ну, чрезмерно заинтересованы именно в отношениях. Вот. Очень часто бывает и так, очень часто бывает и так, что, значит, ну, человек, который вот пытается, да, отношения, ну, ну, перевести именно в отношения, да, то есть, не, ну, который не может общаться, например, как-то вот непринужденно, скажем так, он пытается решить вот, ну, какую-то свою проблему. И это тоже вот не очень, как мне кажется, здорово и не очень, как мне кажется, хорошо, потому что для вас это для вас это в первую очередь означает, что вы что вы, например, допустим, не уверены в себе. Вот. И, соответственно, в первую очередь тогда, в таком случае, нужно решать этот момент. В первую очередь нужно решать эту проблему. Вот. А не думать о том, как, ну, как к примеру, в
ну, привлечь человека, допустим, да? Вот. То есть это вот такой момент, такой аспект, как мне кажется. Вот, значит, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Надеюсь, что вам мой ответ поможет. Надеюсь, что вам мой ответ поможет разобраться в себе несколько лучше. Вот, и увидите вот то, что, ну, то, что делать дальше, то есть то, что вы, ну, то, что вы могли бы делать дальше, например. Вот. Как-то так. Вот, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Вот, это позволит вам начать, значит, исследовать себя, если, конечно, вы этого хотите, если вы как-то вот в этом, ну, заинтересованы, да? Вот, если вам это интересно, то в этом направлении вы можете двигаться. Вот. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи, обращайтесь, не затягивайтесь.